Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельянц, автор проекта «Избави вязальных», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Среди подписчиков нашей группы я провожу опрос на тему, что же мешает вам заняться вязанием на заказ. И предварительно я собрала те мысли, которые прислали мне наши ученицы, что, возможно, вот эта проблема состоит в том, что вы не можете купить хорошую пряжу. Либо у вас не хватает времени, потому что все это время ваше занимает семья. А возможно, у вас нет вдохновения, и вы не можете придумать. А может быть, у вас нет идей, вы не знаете, с какой идеей выйти на рынок. Возможно, ваша проблема в том, что вам просто не нужны дополнительные деньги. И поэтому, когда нет потребности в том, чтобы зарабатывать, то заработка, конечно же, у вас не будет. Если у вас не хватает опыта, и это вас останавливает, вы боитесь браться за какие-то серьезные вещи, а может быть, у вас нет интересных заказов, а вязать носки или однотипные шарфики оптом вам уже достаточно опротивило. Может быть, нет уверенности в своих силах или смелости сделать этот первый шаг. Примите участие в опросе, и мы вместе с вами поймем, что же нас ограничивает в том, чтобы сделать первый шаг и все-таки начать зарабатывать на тех знаниях и умениях, которые у нас есть. Опрос проходит в нашей группе ВКонтакте, и ссылка на этот опрос находится под этим видео. Голосуйте, и вы узнаете, какая же главная проблема у тех, кто хотел бы вязать на заказ, но так и не может на это решиться. С вами была Светлана Амельянц, автор проекта «Избави вязальных», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.